Здравствуйте. Обзор очень интересного и красивого томата, который называется Зебра Золота. Это польский сорт. Переводится как золотая зебра. Сорт польского селекционера Анны Янковски. И, возможно, вы выращивали ее сорта, которая называется Козула. Там много сортов под разными номерами. Этот томат был вот этот именно под рабочим названием Козула 179. И уже там в шестом поколении у нее получилась стабильность, и она назвала его Золотая Зебра. Зебра Золота. Ну, у нее этого сорта такие плоды. Красивые, полосатые. У нас прилетел комар, мешает. Такие желто-красные, золотого цвета. У нас немного, конечно, пасмурно, не передает погода всю красоту. А мякоть вот такая, тоже золотого цвета. Одна мякоть, мало семян. Сорт очень хороший. Давайте посмотрим, сколько они затянут по весу. $355 грамм, 252 грамма, 280 грамм. Ну, такие крупные плоды у этого сорта. Кусты высотой до 1,20 м в открытом грунте. Сорт средний-ранний по сроку созревания. Очень сладкий. Есть, конечно, небольшая томатная кислинка. А плоды красивые. Тут ничего уже не скажешь. Мякоть плотная, сочная. Подходит для салатов и красивого томатного сока. Так называемый золотой сок будет. Кто любит желтые томаты, сажайте. Но в этом томат имеет много бета-каротина. Поэтому, если хотите такие семена себе, заходите в описание под видео, есть сайт мой, и заказывайте семена. А я с вами прощаюсь до следующих обзоров. Этот томат я обязательно посажу в следующем году. И вам тоже его советую вырастить. Всем пока!